Итак, начинаем партию на ческом. И в соперниках у нас сам Хикару Накамура. c4. Да, всегда приятно играть с такими отцами шахмат. Ну что ж, попробуем оказать достойное сопротивление. Староиндийская защита, вариант с h3. Играет ферзь a5 сразу. Так, насколько я помню, ход слон d3 там в каких-то вариантах мелькает. Давайте попробуем. Точно не помню, как тут нужно играть. Приблизительно такая расстановка. По-моему, здесь есть где-то d5 ход. d5. 2-0, ферзь d3. А3, b4. Такой план у меня будет в этой позиции. Посмотрим, что из этого выйдет. А он начинает меня уже напрягать. Ну, сюда. Слон f5 хочет сыграть. Я ферзь d2 отойду. Он вскрыл линию e. И, наверное, начинает он меня поджимать уже здесь. Моя позиция потихоньку ухудшается, я чувствую. Слон f4. Надавим на пешку d6. Это его слабость. Его позиция тоже тут с некоторыми уязвимыми местами. g4. Так, взял. Там есть слон ладья b1, если что. Ход конь g4. Куда он своего слона денет? А Хикару, куда ты денешь своего слона? Ферзь сюда пошел. Так. Убил. А если убью, он бьет. Сюда убью. Ай, промежуток, ладья e1. Это неприятно. Но все равно, мне кажется, у нас позиция... С компенсацией, с огромной за пешку. Допустим, бью слон А3. Нужно быстрее здесь варианты просчитывать. Слон С7 и повел пешку. Ударил. Задумался великий гроссмейстер. Ставим проблемы. На победу играю. У него есть вариант слон b2 и слон f6. У меня g5 есть ход в один момент. Вот это да. g5. Не даю слон f6. Хочу d6, d7 и ферзи. Ух, аж сердце забилось. Так хочется выиграть эту партию. Но надо проявить должное хладнокровие. Такс, ладья Е2. Д6, Д7, пешечка моя стремится к заветному полю. Понимает всю тяжесть своего положения гроссмейстер. Действительно. Пешку d5-то держать непросто. И время уже у нас больше. Пишет, что Накамура вышел из сети. Что-то у него со связью. Но должен вернуться. Хотя позиция у нас близко к выигранной, по моей оценке. Вот эта партия. А с дебюта-то мне не нравилась моя позиция совсем. Хуже стоял. Но где-то я подловил его. Щелкнув на d6. Зря он погнался за моими пешками. Да, похоже, это историческая победа для меня. Ни разу я не обыгрывал Хикару. Были ничьи, но победы никогда не было.
Есть. Ура.